Всем привет, с вами Андрюха, и хотел бы я сегодня отполировать сегодня фары. Фары вот такие вот мутные, со временем стали очень мутные. Я увидел в интернете, что можно отполировать такой вот штукой, ВД-шкой. И сейчас мы попробуем это сделать. Для этого мы вот так вот брызгаем. Вот так вот. И просто марлей чистой вот так вот полируем. О, ну да, действительно. Фара становится более яркой, потому что она была очень мутная. Интересно, сколько продержится этот эффект. Но результат мгновенный. В принципе, смотрите. Очень здорово. Все, насухо. Класс, намного лучше. Здесь вот тоже видно, что вот оно сверху прям мут. Вот, прям видно, что мутное. Вот. Также брызгаем сейчас. И протираем. И вуаля! Фара становится очень яркая. Класс! Просто прелесть! Смотрите! Великолепно! ВД-40 и никаких хлопот. Прелесть! Вот так фары выглядели до обработки. А вот уже готовый результат. Очень здорово, очень ярко стало.